Многострадальная хоккейная коробка в 4-м Б-микрорайоне в ужасном состоянии. Напомним, ее установили 2 года назад, и это обошлось в 1,5 миллиона рублей спонсорских денег. Тогда балаковцы обратили внимание властей, что дети не могут кататься здесь на коньках, потому как под площадкой проходит теплотрасса. Почти год проблема не решалась, и осенью 2016-го активисты вновь поинтересовались, что будет с площадкой. По одному из предложенных вариантов коробку должны были перенести к 4-й школе, а затем решено было изменить ее размеры и убрать с теплотрассы. В итоге ее все-таки укоротили. Однако сейчас она находится в плачевном состоянии. Дыры в бортах и сугробы по колено на площадке вряд ли привлекут сюда юных хоккеистов.